Да, меня как-то уволили условно с продакшена одного проекта за то, что я не смог добыть капучино на правильном молоке. Ну, там, условно, 1 000 000 в месяц зарабатывать — это хорошие деньги. Я тебе потом объясню, почему ты уже не прошел собеседование на Netflix. Я, насколько знаю, в Вологде YouTube тоже есть и TikTok, да. Там вот Москва, 1 000 000 долларов, какие-то огромные зарплаты. Папа-чуля, 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 папа-чуля.